Сегодня мы обратимся к Евангелию от Луки, 22 глава, начиная с 47 стиха. Давайте откроем и вместе прочитаем. Это сразу после событий в Гефсиманском саду. Это последние часы перед тем, как Христа арестуют. Именно здесь начинается наша история. Лука, 22 глава, 47 стиха. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесною силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». Да благословит нас Господь, когда мы прочли Его Слово и будем размышлять о Нем. Когда-то, в семинарские времена, я слушал курс лекций, посвященный решению конфликтов. Его преподавал, вел профессор, которого звали Норман Шевчук. Он знакомил нас с пятью разными животными в качестве примера. Примера того, как нам преодолевать конфликты и вражду. Вот эти животные: черепаха, мишка,
сова, лиса и акула. Преподаватель рассказывал нам о том, что наша задача не реагировать на конфликт естественным образом. Ну, например, мы естественным образом черепаха, а мы можем пойти за Господом и отреагировать так, как нужно, исходя из того, какой это конфликт. Что я имею в виду? Вот смотрите, арест Иисуса Христа. Это неутрализованная сцена, она наполнена конфликтами. Давайте посмотрим, как Иисус отвечает на конфликты, как Он меняет свой стиль в зависимости от ситуации. Я думаю, что многим из нас это будет весьма полезно. Иногда бывает необходимо уйти от конфликта, спрятаться, подобно черепахе. Вот первая реакция — это здоровая реакция на некоторые конфликтные ситуации. Спрятаться, подобно черепахе. Именно так и поступает Христос, когда Его вовлекают в конфликт. И в 54 стихе мы читаем о том, что Иисуса взяли, увели в дом первосвященника. И Иисус мог напасть на них в ответ, подобно змее, укусить их, но Он этого не сделал. Он пошел с ними. Он позволил им себя увести. Такова была Его реакция, такова была Его тактика, тактика черепахи. Порою нас обвиняют, обвиняют ложно, и хочется ответить на это, хочется ударить. Но в притчах, 20 глава, 3 стих, написано нечто очень важное. «Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». Бывают ситуации, когда нужно уйти от конфликта, когда нужно уйти от ссоры, когда нужно быть подобным черепахе. Например, мама и папа ругаются и спорят, а мы, ребенок, не наше дело встревать в этот конфликт. Наше дело быть подобными черепахе. Если ближайшие родственники начинают ссориться и спорить из-за финансов, скорее всего, не наше дело быть душепопечителем. Наше дело — оказаться черепахой в этом конкретном конфликте, уйти от него. В Евангелии от Луки, 12 глава, мы читаем о том, как двое братьев ссорились из-за наследства. И они пришли к Иисусу, и они хотели, чтобы Он решил их конфликт. Но Иисус отлично знал притчи 26:17. «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору». Со мной такое бывало. Я вмешивался в чужую ссору. И, честно говоря, меня кусали. И очень серьезно. Иисус не пытается решить конфликт между двумя братьями. Иисус мудро говорит, «Кто поставил меня судьею между вами?» Бывают ситуации, когда конфликта лучше избежать, когда лучше не встать ни на какую сторону. Пусть другие люди решают этот конфликт. Вот это тактика черепахи. Но в этой тактике есть одна опасность. Заключается она вот в чем. Эту тактику можно использовать не по назначению. Ей можно злоупотреблять. Смотрите, когда Петр ударил раба первосвященника, он далеко не был черепахой. Вот это Петр. Это отчаянный человек. Ему, Иисус говорит, остановись, довольно. И Петр умел быть сильным, а потом решил стать черепахой. То есть Петр, конечно. Но вместо того, чтобы адаптироваться к сути конфликта и реагировать по ситуации, Петр уходит в тактику черепахи. Да, бывают ситуации, когда нужно быть как черепаха. Но бывают ситуации, когда мы идем на конфликт,
подобно акуле. Евангелие от Луки, 22 глава. Мы видим, что Петр приходит во двор первосвященника, он притворяется черепахой, на него смотрит служанка и говорит, и этот был с ним. Петр говорит, я не знаю его. Он трижды отрекается от нашего Господа. Петру на самом деле нужно было изменить свою тактику. Ему нужно быть готовым сказать правду о своих отношениях со Христом, даже если бы это привело к пролитию крови самого Петра. Ему нужно было стать подобным акуле. Бывают ситуации, когда нужно сказать правду откровенно, в лицо, и принимать последствия за свои действия. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стиха. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, — говорит Иисус, — того исповедую пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того, и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Иисус предупреждает нас, если мы пойдем за Ним, то нас могут спросить, действительно ли ты христианин? И мы должны будем сказать правду. Как акула, возможно, и принять на себя последствия. Когда-то была такая ситуация, у нас дочь наша поет песни и записывает альбом музыкальный, и вот ей как-то сказала одна подруга, «Слушай, мне нравится твой альбом, но что-то у тебя коробка альбома, оформление похоже на христианское, как-то мне это не совсем нравится». И в этот момент, что должна была ответить моя дочь? И она сказала, «Да, я христианка». Может быть, именно поэтому тебе так понравились песни, но именно поэтому ты заметила христианство, христианскую тему на обложке альбома. Она признала, что она христианка, понимая при этом, что отношениям с подругой может прийти конец. Значит, порой нам нужно быть похожими на акулу. Может пролиться кровь, возможно, и наша кровь. Но акулы тоже иногда улыбаются. Нам нужно быть приветливыми акулами, особенно, когда мы говорим истину. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Норман Шевчук говорит о том, что уникальность церкви и уникальность христиан заключается вот в чем. Мы несем мир, но иногда наша проповедь приносит конфликт. Когда церковь или христианин действительно верен Богу, тогда конфликты будут самыми свирепыми. Если нам кто-то лжет, нас кто-то обманывает, ему нужно противостоять, нужно говорить истину, как акула, не уходить от конфликта, подобно черепахе, потому что тогда ложь останется неопровергнутой. Бывают ситуации, когда нужно принять на себя тактику акулы. Хотел бы вас предупредить вот о чем. Бывают люди, которые всегда используют эту тактику. Я всегда буду говорить правду, я всегда буду абсолютно откровенным и так далее. Всегда. Проблема заключается в том, что порой мы делаем это не ради Господа, а ради самих себя. Если мы всегда акула, если мы всегда абсолютно правдивы, независимо от чувств окружающих, порой мы бываем опасны. И люди совершенно правы, если обходят нас стороной. Так что хорошо подумайте, кем сейчас быть, черепахой
или акулой.